Ну вот, опять меня прервали. Ну надо ж тебе. Все меня прерывают и прерывают, прерывают и прерывают. Не могу вам записать. Вот такая подушка. Это которая, ну, ортопедическая подушка. У меня были такие. Были, и не одна, а я их все повыбрасывала. А что-то мне перестало нравиться на них спать. И я их собрала все нахрен и выкинула. А я такая подруга, если мне что-то не нравится... Я тут же собрала и все на мусорку. Я не держу дома того, чего мне не надо. Потому что не хочу захламляться. Нахрена она надо? Будешь захламляться. Все это дело. Никому не нужно. Вот. Ну, тут какая-то посуда тоже. Бош. Ну, хорошая, конечно. Но. Вот. Вот какой-то. Видите, цены какие. Цены какие. Цены хорошие. Так, это кофе варить. Это кофе варить. Это маленькая кофе варить. Вот. Это бутылка какая-то с собой носить. Наверное, 22,90. Это ножи. Это вот чистить что-то. За 2,90 это нож такой. Два маленьких ножа. По 6,90. Это хорошие ножи. Но у меня есть один маленький. Старый такой. Но я только ним чищу все. Только ним чищу. Ним удобно. Он маленький. Вот. Ну, вот все. Пробежались мы с вами, да? Пробежались. Ничего мы с вами тут не увидели. Сейчас мы с вами сядем в лифт и поедем в подвал. В продукты. И поедем в подвал в продукты. И там еще посмотрим. На чашки. Но на чашки нету скидок. Там, может быть, какие-то есть. Но не здесь. Но не здесь. Так что мы сейчас с вами едем в подвал. А подвал у нас... Ага. А мы с вами в подвал не поедем. Потому что... Что у нас в подвал нету? Нету. Нету в подвал, надо только на эскалаторе или с другой стороны лифт. Но я туда не пойду, ладно? Значит, не поедем. Как говорится, значит, не судьба. Выходим. 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 И сейчас тут пройдемся. Это мы уже в Заре. Это мы уже в Заре. Тут ничего тоже нету. Ну так, пробежимся, посмотрим уже. Раз я уже включилась, так я вам покажу, что тут на осень у нас. Есть какие-то и такие вот типа плащей. Некокошные. 39 евро. 39,90. Вот такие вот. Такие вот сейчас вот носят такие пальто, вот и куртки, вот такие с типа драповые, ну вот так вот пошито. Так. Ничего и ничего хорошего. И ничего хорошего. Вот, вот такая вот девочка вот стоит. Вот в клетку такое носят, видите? Вот, вот такое вот. Вот такое у нее до колен. А если подлиннее, если покороче. Мне не нравятся такие вещи. Не, ну это же вещь не для меня, конечно. Это же... это же та самая молодежная вещь. Он межсезонный товар. 50% так я сейчас посмотрю. То ли же на то, что было, еще 50 добавили. То ли же что-то новое. Сейчас посмотрим с вами. Тут неплохие. Ну вот они вот тоже покажу вам. Видите, ну вот клетка такая вот. Клетка это подлиннее. Видите, такая клетка подлиннее. Ну так ничего. Ну я больше такой придерживаюсь традиционных моделей. Вот такое пальто мне больше нравится. Сколько оно стоит у нас? 69,99. Черное не люблю. Я вообще черный цвет не люблю. А сегодня, видите, вырядилась в черный. Вот такие вот, видите, типа куртки объемной. Вот 39,99. Я тоже такое не стала носить. Ну и опять же, это же, понимаете, что это же не для меня.
это не для меня. Это Инчендем, это очень молодежный магазин, в котором все это для молодежи. Все для молодежи. Вот. Вот такие вот свитерки какие-то. Это не мой размер. Какие-то платьюшки тут. Такая вот кофточка. Из такого же материальчика. Платьюшки. Вот такое приятное в руке. Сколько оно стоит? 9. А вот оно. 9,99. Вот так вот на мою невестку размер. Эмочка. Ничего, такое приятное, как будто бы шелковое. Ну, естественно же, оно не шелковое. Но так приятненько. А это 8,99. Тоже неплохое. Ну, вы же знаете, столько всего, что оно просто не надо. Вот какую-то такую кофточку, но если бы она стоила евро 2,93,90, я бы ее купила. А за 9 евро она мне не нужна. Поэтому, знаете, еще и думаешь, а купить себе эту вещь или не купить. Потому что если бы не было, тогда, конечно, я бы купила. А так как у меня полно всего, то мне это просто не надо. Выбрасывать деньги, потом это носить, а новое, а старое будет лежать, да? Вот такие дела. Сейчас посмотрим тут. Это опять я здесь. Такая вот барышня. Такая барышня. Кроссовки такие. Кстати, мне надо бы Настюше посмотреть сапожки, но только не знаю уж, когда я попаду в Украину. А ей сапожки нужны. Когда отсюда уезжала, все, что было, взяла, отдавала или повыбрасывала. А теперь такие нет она. Хотя нет, вот такие вот я Эверест ей покупала, но вроде этих 29-30 евро. Неплохие как раз вот для Украины. Такая подошва высокая. Протекать не будет. Вот. Ну, мне проще сейчас денежки перевести на счет, и она там купит себе то, что ей надо. Потому что везти неизвестно, когда я поеду. Так что... Вот такие вот дела. Ну вот я вам, в принципе, все и показала. Вот, думала, в Стокмане что-то куплю, что-то посмотрю. А ни хрена там толком нету. Так что сейчас я отсюда выеду. Поеду на рынок, куплю себе рыбки, красный кусочек. Для того, чтобы сварить суп. Что-то мне... Я как-то варила пару раз. Ну, что так мне понравился, хороший суп такой. Я думаю, куплю себе рыбки. Там маленький кусочек покупаю там на... Тем более я не покупаю вот это вот, но филе, я покупаю вот эти брюшки. Там вообще на копейки, на какие-то. Вот, хороший такой суп получается. Так, на два раза. Сегодня на обед и завтра все. Теперь много не варю. Вчера варила себе суп с колбасой, поела и все. И забыла за него. Так-то у меня котлеты есть, так мне и котлет не хочется. Я один раз делала котлеты, поела и больше не хочу. Ну, такое пальто неплохое. Сейчас как-то интересно, стали пальто делать без подклада. Вот это вот с подкладочкой вещь, 49,90. Такое, видите, пальто с подкладкой. Такое, знаете, такое-сякое. Ну, молодежь покупает. Я уже видела, у нас было прохладно, и уже у нас в таких ходили. Во все в таких ходили. Так что. Вот. Ладненько. На этом я закончу свой показ. Давайте теперь уже с вами пока-пока. До новых встреч. С вами была я, Финляндия.
Подписывайтесь на мой канал, на канал моей дочери Наталья П. Пишите английскими буквами. Это я. Пока.